Похоже, ребят, вы нашли чем заняться в мое отсутствие. Безусловно. Но так хорошо, что ты вернулся. Да, мы очень по тебе скучали. Как только я увидел тебя, я понял, что приключения в Южной Америке тебя изменили. Вынужденный полагаться во всем только на себя, ты очень возмужал. Помню, мне так не терпелось рассказать вам обо всем, что случилось, что у нас не получалось медитировать вместе. И мне было интересно услышать о твоих приключениях. Медальон дарует тебе силу мысли, которая поможет преодолевать препятствия. Подойди к препятствию и увернись, и ты пройдешь сквозь него. Я был очень горд тобой, Леонардо, за то, что ты нашел медальон. Спасибо, учитель, но это вовсе не конец истории. Я знаю. Расскажи мне еще раз, что случилось позже. Храм начал рушиться сам по себе. Неудивительно. И эти ловушки, как всегда бывает в древних храмах. Я недостоин. Ты хорошо справился, Леонардо. Меня хорошо тренировали, учитель. Ну же, дайте мне передохнуть. Они одеты как солдаты, но ведут себя как преступники. Да. Ух ты! Что это еще за чудо природы? Да! Что бы ни было, сражается оно чертовски умело! Ю-ху! Ю-ху! Возвращайся, когда будешь подготовлен! Медальон обладал мистической силой. С его помощью я мог проходить сквозь твердые предметы. В пещере было темно, и мне пришлось быть очень осторожным. Я продолжал спускаться все глубже и глубже. Когда я приземлился посреди них, мне ничего не оставалось, как драться. Да! Боялись драться с тобой. Я позаботился о том, чтобы у них было основание для этого. На помощь! Спасите нас! В лесу были солдаты, грабившие бедных жителей деревни. Это была схватка с природой, происходившая на всем пути. Но водопады были так прекрасны. Они стоили всего этого.
Сенсорные бомбы. Держитесь от них подальше. Это нехорошо. Те мины поставили вы, ребята? Нужно поговорить об этом. Если вы не будете рассчитывать только на бомбы, то скорее улучшите свои боевые навыки. Ух ты! Да они засуетились! Там было так прекрасно. Да, я помню. Вы помните? Сын мой, как ты думаешь, кто изначально спрятал этот медальон? И снова передо мной стоял выбор. Сразиться или уйти от драки? Что это? Эта деревня находится под моей защитой. Деревню можно было пересечь разными путями. Главное, я должен был сделать это побыстрее. Да! О, нет. Как же мне перебраться через это? Убирайтесь отсюда! Сейчас же! На помощь! На помощь! Спасите нас! Не дайте им побить нас! Кто-нибудь, на помощь! Пожалуйста! Да! Oh!
снова иду? Не беспокойся. Что бы ни случилось, я защищу тебя. Да. Спасибо. Когда все закончилось, я услышал людей из церкви, зовущих меня. Это дух джунглей! Ура! Да здравствует дух джунглей! Да здравствует дух джунглей! Ниндзюцу – искусство, требующее равновесия, скорости и ловкости. Предлагаю тебе поработать над скоростью. Так и я стал легендой для тех людей. Это было непередаваемо. Я чувствовал себя таким благородным, таким сильным. Для тебя это было шоком. В возвращении домой обнаружить, что здесь все совсем не так просто. Да, семья может делать тебя сильнее, но и может просто сводить с ума. Я хочу, чтобы ты возглавил своих братьев, но, возможно, ты еще не совсем готов. Я думал, что как в старые добрые дни, игра ниндзя поможет нам тренироваться и сблизит нас. Мик и я быстро вышли в лидеры гонки. Давай, двигайся! Прекрати толкать меня! О, это не заняло много времени. Да! Мик и я быстро вышли в лидеры гонки. Давай, двигайся! Прекрати толкать меня! О, это не заняло много времени. Да! Продемонстрировав приверженность к акробатике и борьбе, ты создашь прочную семейную связь. Затем, один за одним, твои братья решатся помочь тебе, когда будет необходимо. Семья — это сила. Как только твои братья окажутся рядом, вы сможете меняться местами. Распределяйте обязанности между собой. Семья — это сила, которую нужно делить. Давай возьмем их вместе. Ты и я, братишка. Отличное движение, Мик. Вперед! Да! Ха! Ха!
сюда! Объединяйте свои усилия, чтобы произвести мощную семейную атаку. Но помни, это требует времени и концентрации. Если ничего не получится, пострадает семейная связь. Всегда помни, семья — это сила, которую надо приумножать. Чудесно-волшебно-сказочно, брат! После борьбы ты можешь захотеть восстановить свои силы. Поменяйся местами с братом, если тебя ранили, и вскоре ты почувствуешь себя хорошо. Семья — это сила, о которой надо заботиться. После борьбы ты можешь захотеть восстановить свои силы. Поменяйся местами с братом, если тебя ранили, и вскоре ты почувствуешь себя хорошо. Семья — это сила, о которой надо заботиться. Видишь, что ты вынуждаешь меня делать? Одна толстая черепаха на подходе. Я должен идти, ну, знаете, воевать с преступниками, там, надирать задницы. Совершенно восхитительно! У-ха! У-ха! Если ты призовешь на помощь брата во время прыжка, он поможет тебе достигнуть труднодоступных областей. И снова неудача отразится на семейной связи. Семья — это настоящая сила, которую не надо использовать понапрасну. Если ты призовешь на помощь брата во время прыжка, он поможет тебе достигнуть труднодоступных областей. И снова неудача отразится на семейной связи.
Семья – это настоящая сила, которую не надо использовать понапрасну. Действовать со своими братьями, прыгая и борясь, нелегко. Знай, что после каждого семейного приема... Знай, что после каждого семейного приема должно пройти время, прежде чем ты сможешь снова сделать это. Подожди или меняйся местами. Семья — это сила, которой нужно отдыхать. Эй, Дон, давай! Мик, попробуй подбросить меня. Воздух, Дон! Оп, лети! У-ха! Ты сделал это нарочно! Черт возьми, да! Прямо в панцирь! Эй! Ты сделал это нарочно! Черт возьми, да! Совершенно восхитительно! В любой семье братья самовыражаются. Каждый из твоих братьев знает свой собственный прием. Выбери тот, который больше всего удивит врага. Семья — это сила, которой нужно управлять. Техника. Это все ты, парень! Ого!
Адреналин раш! Отлично, Мик! Невероятно! Здорово! Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться. Здорово! Невероятно! Невероятно! Здорово! Впечатляет! Здорово! Хватит! Я предупреждаю тебя! Как думаешь, мы должны вернуться? Хочешь попасть между ними прямо сейчас? Нет уж! Это не считается! Предупреждаю тебя. Как думаешь, мы должны вернуться? Хочешь попасть между ними прямо сейчас? Нет уж. Должно быть, это сбой в системе. Хватит! Я предупреждаю тебя. Как думаешь, мы должны вернуться? Хочешь попасть между ними прямо сейчас? Нет уж. Считается!
здорово! Великолепная техника! Я должен идти. Ну, знаете, воевать с преступниками, там, надирать задницы. Похоже, черепашки все же не отлетели. Это сбой в системе. Невероятно! Хватит! Я предупреждаю тебя! Как думаешь, мы должны вернуться? Хочешь попасть между ними прямо сейчас? Нет уж! Здорово! Впечатляет. Поверь мне, тебе стоит больше практиковаться. Здорово! Невероятно! Невероятно! Это не считается!
Чудесно, волшебно, сказочно, брат! Ерунда, брат! Черт! Да, мы победили! Они прыгают! Давай еще раз! Да! Мы победили! Они проиграли! Ниндзюцу – искусство, требующее равновесия, скорости и ловкости. Предлагаю тебе поработать над скоростью.